Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Нейт, и мы продолжаем проходить игру Cryofear. Тьфу ты, блин, Cryofear, Condemned. Чё-то я уже сговариваюсь. Ой, не, ну я запись посмотрел, увидел, что у меня старый там, ну такой измененный голос, как в Cryofear, и что-то понесло меня, блин. Ну чё, давайте продолжать. В предыдущей серии мы погнались за этим подозреваемым, и... Он нас скинул с электрички. Дал нам по башке, и мы упали на рельсы. Ну что, давайте продолжить игру. Опять молниеносный загруз. Блин, а в этот раз быстрее было. Ну, все равно долго. Ну ладно, давайте... Нажмем любую клавишу, как нам подсказывают. Сами-то мы не догадаемся. Направляйтесь туда. Так, прибор подготовить. А нам вообще в какую сторону-то? Наверное, туда? Ну понятно. Ой, опять кто-то идет. Слышите, опять кого-то калашматит. Знаете, я лучше отрублю фонарик, потому что ну его в баню. Это кто еще за, что это еще там за голом был? Можно взять трубу? Нет, нельзя. Блин, я безоружен. Блин, ну хоть доска с гвоздями. Ой. Так, чё тут? Так, надо как-то пройти, что ли, обойти. Так, мы явно не пройдем. А, во! Блин, я как обычно все прощелкал. Так. Возьмем газовую трубу. И. Ты кто такой? Ты че еще за нарик? Паровая труба? Это еще что за голумы, реально? Пять патронов. Клево. Я капец офигел, когда он вышел. Фух. Я думал, хоть в этой игре без мутантов обойдемся. Обойдемся одними психами и алкоголиками. Фух. Нет же, блин. Ой. Чё ж так шумишь-то? Так. Пока с нами огнестрел, не так страшно. Вот так-то. 4 патрона. Хотя хорошо мы ему так всадили. Хотя можно было, наверное, и без приклада. Ой, зря я это. Зря. Хотя он нам в ближайшее время не понадобится. Я надеюсь. Так. Контр-точка. Контр-точки, это мы любим. Ой. Блин, как я вовремя включил игру. Приходилось выключить немного. Вы чё, из воздуха беретесь, что ли? Не, вы видали? Мы там только что были, там никого не было. И вдруг, откуда ни возьмись, блин, появилась эта шняга. Так, лопата. Лопата. Так, а тут чё?
Чем все приперлись? Ой, ой, зря я это сделал. Ну ладно, будем орудовать прикладом. От сволочь, а? Свет вырубил, а? Стоять, бояться. Куда делся? Сволочь ушел. Ой, 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 ой. Не вовремя. Капец, нас изранили. Я конкретно разучился. Все. Че это за девка? Типа смерть. Да. Попытаемся вот раз получше. Хорошо. А, вон ты, сволочь. Один просто так с воздуха упал. Так. Ты откуда? Я ж тебя убил. Давай, давай. Хорошо. Нифига себе, у нас герой Джеки Чан, блин. Видали, как ногой бьет? Так. Надо как-то перелезть. Судя по всему, по этим штукам. Хотя как? Ой, ой, ой. Как вы меня запарили уже. Лопата требуется. Лопата требуется мне сейчас. Так, ну ладно. Вот лопата. Ей капец как тяжело бить, конечно. Но если ударит, мало не покажется. Шел. Неплохо. Теперь у нас есть аптечка. Но она, пока нам она не нужна. Шо, блин. Не мешай мутанту кулаки чесать. Сволочь. Так, и собственно... А, во! Вот где еще лопата понадобится. Так, где мы ее кинули-то? Так. Во! Теперь у нас есть путь наверх. Но давайте-ка сначала подлечимся чуть-чуть. Слегонца, так сказать. Фух, а я не знал, что тут у оружия прочность имеется. Первый раз увидел. Я-то думал, оно тут бесконечное. Ну, кроме патронов, естественно. Так, куда нам? Нам, судя по всему, сюда. Ой, не скрипи, пожалуйста. Так, ты еще что за шняга? Так, игра, конечно, заскриптованная просто, да не могу. Бетонная арматурина. Атака у нее, конечно, будь здоров. Долбанет, мало не покажется, но... Блин, скорость у нее вообще ни к черту. Так. Ой, блин, мне еще с края эфира не люблю по таким туннелям ходить.
Вы ж помните, что там было? Там как поезд выйдет, блин. Тихаем, тикаем. Так, а вот и поезд. Вот тут мы упали, наверное. Хотя фиг его знает. Ой, 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 ой. Готово. Готово. Легко сказать. Вон он, сволочь, ходит. И мы, как назло, заперты в вагоне. О, аптечка. Что нам делать-то? Куда идти? А, понятно. Нифига себе. Че еще за питерские разборки? Какая-то девчонка его бьет, блин, сзади. Но он их, конечно, раскидал всех. А, во, нам открыли путь. Хорошо. Пойдем в следующий вагон. Хорошо, я, конечно, тому парню накостыляли. Ничего не скажешь. Так. Стоило попробовать. Чё б тебе сделать, блин? Гад. Так, тут аптечка была, я помню. Сейчас полечимся. Да, вот она, родимая. Фух. И пойдем. Насколько я помню, если я... Я, по-моему, уже говорил, но, по-моему, в этой игре 9 глав. То есть где-то за 9 серий мы управимся, я надеюсь. Это уже четвертая. Не, пятая. Не, четвертая. То есть... Еще 5 серий. И игра закончится, и мы сможем приступить к Outlast. Я вот этого с нетерпением жду, потому что мне игра очень понравилась еще на презентации. И захотелось поиграть сразу. Мне друзья говорят то, что очень клево. И сюжет хороший. И очень страшно. То есть... Геймплей не отличается от того, что было показано в трейлерах. А в трейлере было очень страшно. Так что, я думаю, это будет очень страшное и атмосферное прохождение. Особенно... О, он скинул эту оранжевую майку. Особенно то, что в этой игре вот самое крутое сделано. То, что ты там не можешь в отмах идти, тебе надо убегать. This is his rat hole, all right. It has to be. I found his overalls next to his locker. Master travels light, doesn't he? Keep looking around. He's gotta have more than a locker to play with. I'll get back to you once I clean up this image. Так. Хо-хо-хо. Так. Ну так вот, там нельзя идти в отмах, там нужно только убегать. А, это, по-моему, очень клево. А, этот, как он... Очень клево так нагнетает. Ой, газ пошел.
Течка? Течка — это хорошо. Ой, птичка. Так что вот с нетерпением жду, когда мы к нему приступим, к Аутласту. Скорее бы. А потом и амнезия. Это уже совсем ностальгические воспоминания будут. Вот сволочь, а. Да, вон он, вентиль. Так, ну, главное, у нас есть топор. Thomas speaking. Document is a standard city issue train schedule. Pressure has been applied from a stylus highlighting two scheduled routes, both originating from Central Metro Station. Route 16 to Burnside, departing 5:10, 7:30, 9:30 a.m. Route 66B leads to Briar. That's a tiny farm town, an hour to the northwest. И что нам с этого? This is his hub, so he goes to both locations regularly. I've also determined DNA from the sweat sample in the train matches DNA from the cigarette butt. 99.8% probability. The guy you're following is the guy who killed the two policemen. The matchmaker. At least, I think so. Something's still not adding up. Клёво он так сказал это слово, кукольник. Такая... Ту-ту-ту! Вообще, без какой-либо... Без каких-либо эмоций в голосе. Я ведь тебя видел, сволочь. Напоминает вон тех вот монстров из Края Эфира. Да стой, не убегай. Я думал, у нас еще что-нибудь выйдет. Я ведь знаю, что у нас может что-то получиться. Так. Зачем мы сюда пришли? А, во! Во! Там что-то лежит. Обрез. Два патрона. Блин, ну это клёво. Найдем что-нибудь покруче потом. Ну, а БДС это вообще вещь. Так, спрыгиваем вниз. Ненавижу канализации. Все. Теперь надо вернуться обратно еще, без приключений. Хотя он, как обычно, у нас... Как обычно, ничего хорошего у нас из этого не получится. Прямо в мозжечок. Так. Откуда? Откуда? Блин, сволочь. Я ведь тебя видел, гад. Три патрона. Говно. Я лучше обрез возьму. Убойная сила больше. Хотя не, лучше газовую трубу. Патроны сейчас кончатся, и что мы будем делать? Блин, контрточки заколебали. Это, конечно, хорошо, но, блин. Так. Хорошо. След подозреваемого остыл. Хорошо, хоть не нагрелся. Хорошо. Фу, господи. Да-да-да-да. Блин, нагнетает. Я уже всякую чухню несу, лишь бы не вдаваться в подробности того, что здесь происходит. Так, мы чё, попали в некого рода лабиринт? Ого! Джеки Чан, блин! Вы видали, чё делает? Вообще! Реально, Джеки Чан!
Ой, да ну нафиг, блин, отстаньте со своими птичками. Ой. Эта штука явно неспроста начала работать. Мне это уже не нравится. Так. Аптечка. Блин, тут Джеки Чан. Хедшот. Сволочь. Ой, тут еще. Еще идут. Откуда? Блин, вы видали, он просто из воздуха появился и убил меня. Вот сволочь, а. Гадство. Ну это просто свинство какое-то, то, что меня так убили. Он просто взял из ниоткуда появился и убил. У меня же все нормально шло. Не, ну так нельзя. Так, где ты, Джеки Чан, я тебя помню. Теперь там ты так, не такой крутой, да? Так, дальше у нас чё? Дальше у нас полный П. Чё, где? Кто? Почему? Когда? Я ведь её слышу. Где она? С трёх сторон. Ой, с двух сторон. Отбились. Нет, не отбились. Сволочи, откуда вы беретесь? Видали, они просто берутся из ниоткуда и убивают меня. Так, куда это ведет? Фух, свинство. Так, судя по контрточке, мы пришли куда надо. Ну иди, иди сюда, гад. Эх, двое? Блин, да вы чё? Вы издеваетесь, что ли? Откуда вы беретесь все? Они просто берутся из ниоткуда. Жизни у нас вообще оттас. Капец. Что нам делать теперь? Не, ну раньше я, конечно, ого, раньше я не понимал ценности тазера, теперь он просто необходим. Фух, так. Судя по всему, если тут лопата валяется, значит, она нам понадобится 100 пудов. 5 контрточка. Вот теперь у нас все хорошо. Нет. Сказал, у нас все хорошо, и тут выпрыгнула какая-то, блин, дура.
Да вы запарите. Птица. Так. О, опять вы. Абыр. Блин. Я представляю их речи, блин. Ходят такие. Абыр, абыр, абыр-волк. Абыр, абыр, арбакайте. Пока меня не нашли, такие ходят. Так, куда нам, собственно? Доска с болтами. Доска с гвоздями. Гвозди посильнее дают. Вот черт. Все плохо. Где тут это давление пара? Во-во, нашел. А, тут еще есть, блин. Вон он второй, да. Во. Да блин, он что, не повернулся? Да, конкретно жахнуло. Взрыв века просто. Я думал, покруче жахнет. Фух, ну, зато нам расчистило дорогу. Так. И опять мы выходим на железку. Не нравится мне этот тоннель. Я думаю, сейчас придется убегать от поезда. Вот я прям чувствую. Хотя тут бегать он не умеет. Слава богу, такого не произошло. Мы в каких-то вообще старых тоннелях. Вы видели, как они там забиты? Во, заброшенные тоннели. Не входить. Что со звуком? Звук иногда пропадает. Что за крысы? 4. 4 заряда, это еще нормально. Давай, иди сюда. Сволочь мелкая. О! Слушай, неплохо. Да вы офигели. Пускай сюда идут. Все, патронов больше нет. Ну, здрасте.
Забили. Тут тоже патронов нету. Птичка. Так. Фоткаем. Seen one of these number 8 cars in years. Get a close up of the red circled area. It's hard to see. Готово. The circle part, red ballpoint pen, highlights a sealing compartment in the car. Thomas, they generally seal the doors of these suckers shut when they go out of commission. A crowbar might work best. Try the car's tool. Блин, хорошо. Теперь нам еще по подсобкам шариться. Блин, опять. Блин, я уже не хочу знать, что с этим всем делали. Store dummies? You got it. Как все плохо. Так, ну монтировка у нас есть. И пофигу, что ей делали. Так, этого трупа не было. Сволочь. Я же говорю, трупа не было. Ну давай, иди сюда. Так. Нам нужно попасть в вагон. Вот он, вагон. Что нам с ним делать? Или это не тот вагон? Может, нам в этот? Блин, темно. Так, что мы тут имеем? Не, ну, что-то тоже, что-то же тут должно быть. Не просто же так это все. А, во. Блин. Ого. Transfer
как все плохо. Готово. И что, нам туда идти, да? Makes sense the matchmaker would be there, a good source of mannequin parts. But then what's all this here? An outpost, a second shop? I should probably go down there. Я бы не хотел. Блин, и чё? Мне теперь еще надо на станцию пилить. Меня сейчас могут грохнуть запросто. Не будем им мешать. Пускай господа сами развлекаются. О, у кого-то кончились патроны. Перезаряжается. Блин, они там что, бесконечно резаться будут? Так, придется пойти к ним помочь. А револьвер где? Так. Револьвер мы, естественно, не взяли. Я тебя вижу. Так. Надеюсь, мы быстро до туда дойдем. Потому что мне бы не хотелось тут задерживаться. Да и вообще пора серию заканчивать. Ну, дойдем главу и уже тогда закончим. О, я помню это место. О, аптечка. Так. Ну и, собственно, чё? Куда идти-то? Там тубзик, туда мы не пойдем. Единственный путь сюда. Да, с радостью. Фух, блин, это было еще хуже,
Просто враги попадались очень сильные. Ну, не сильные, они числом брали вот эти зомби, блин. Или кто это? Я от аптечки к аптечке бегал. Ну, как-то прожили и... Чё, давайте завершим серию. В следующий пойдем в этот универмаг. А пока увидим... Ну, с вами был Нейт. Увидимся в следующих сериях. Всего хорошего. Пока.